Так, нет, не так. Сейчас еще дубль, раз. Нет, не получится. Так, у меня вот так. И вот так. Во, отлично. Так. Угу. Значит, быстренько рассказываю, что происходит. Я сейчас нахожусь на работе. Сейчас уже 10:30. И сейчас мне нужно уже идти на обед. Вот, я просто хочу рассказать, что происходит. Значит, я делаю влог про свой типичный день. Но как бы вот он уже продолжается. Начался он часов где-то в 9, потому что я пришла на работу. У меня были занятия, как бы на занятиях не до того, не до камеры, не до съемок. И я сейчас вам быстренько покажу, что у меня тут есть в моей, как бы так сказать, студии. Итак. Значит, это вход, это дверь. Здесь у меня стоят книжки, мои учебники. General courses, French, grammar, vocabulary, то есть всякие разделы идут. Это холодильник, я им не пользуюсь. Микроволновка, это для тех, кто приходит сюда обедать, то есть для продавцов, которые работают внизу. Вот, я здесь не обедаю, поэтому мне сейчас нужно уже будет быстро сматываться отсюда. Так, это вешалка, то есть, в принципе, сюда можно, здесь можно повеситься. Здесь можно вешать свою одежду, часы, картинки, фотографии, типа мы там были. Вот. Доска, Симпсоны, самые типа useful verbs здесь у меня есть. Часто достаточно я к ним прибегаю, чтобы использовать во всяких заданиях. Ну и на всякий случай, если вы вдруг забыли спряжение глагола to be. Вот эта картинка мне очень нравится, это Амстердам, хотя многие почему-то считают, что это какой-то Лондон, даже может быть какой-то другой город. Вот это Амстердам, и это просто плакат, купленный в магазине за 100 рублей, выставленный в рамочку, вот и все. Вот, это в основном у меня стоят карандаши для детей, которые приходят заниматься. То есть, если мы что-то рисуем, я вот так хопа достаю, и, собственно, мы работаем. Словари, всякие книги. Вот это я только сейчас сделала, мне просто понравилось. Я ездила на семинар в Москву, и там в кабинете висела такая вот надпись. Мне понравилось, я решила тоже сделать у себя и где-нибудь повешу, пока еще не знаю где. Вот эта стена у меня пока пустая, я планирую сюда повесить сертификаты, у меня их пока всего лишь 3, и, в общем-то, ну, как бы это так, чисто, ну, как вам сказать, ну, в общем-то, ну, вот, сертификат, который получила в Москве, How to prepare students for International English Language Testing System, планирую сдавать IELTS, поэтому более такие серьезные вещи, может быть, появятся. Вот, так. Ну, это рабочий стол. Здесь, конечно, места не очень много. Вот, но, собственно, мне хватает. Компьютер. Да, я на нем работаю. Да, это, в общем-то, центр моей как бы вселенной в данном кабинете, потому что от него все зависит. Вот. Что я хочу сказать? Значит, я вообще решила делать блог, влог, да, потому что видео короче, объясняю ситуацию. Я собираюсь сдавать IELTS где-то, наверное, 30 июля. И, возможно, я буду делать влог про то, как я к нему готовлюсь, все как бы вот эти ступени, этапы и, собственно, вот сам экзамен. Ну, конечно, сам экзамен у меня не получится снять, но получится дать какие-то, может быть, советы для тех, кто собирается это сделать, при том, что как бы я вроде бы как учитель, и мне, собственно, это нужно, да, и попробую сделать я это сама без
помощи каких-то дополнительных, как бы, людей извне, да, ну, скажем, ну, без помощи учителей, ну, может быть, придется мне с кем-нибудь поговорить по скайпу в течение какого-то времени, потому что все-таки разговорная практика нужна, если вы собираетесь сдавать IELTS. Что еще могу сказать? Я работаю здесь с 9 до часу и с 3 до 7. С часу до 3 у меня обед, соответственно, здесь обед тоже, и я уже как бы немножечко задерживаюсь, но раз уж я решила вам рассказать, чем я тут занимаюсь, значит, я это сделала. Таким образом, just let's have a quick look at what is going on around here. То есть мы с вами посмотрели сейчас, да, на то, что тут происходит. В общем-то, я бы не сказала, что это сверх что-то интересное, но как бы это моя работа, это моя жизнь, и вот, вот, вот так вот все и происходит, вот здесь. Окей? Ну что, тогда кат. Кто сказал, что я много выебываюсь? Да, я много выебываюсь, ну и что? Да. Camera, listen to me. Oops. Так. That's awful. Самое ужасное, знаете что, когда включаешь камеру и нечего сказать, вообще просто пиздец, не, сука. Это называется экстрим влогинг, потому что только что тут просто все сносило, просто. Я иду, и у меня просто все, в общем-то. Происходит ветер, происходит штормовая погода, вот, и я иду на обед, в общем-то, вот что происходит. У меня еще звонит телефон, поэтому я сейчас поговорю на камеру по телефону. Алло? Алло? Да, привет, да. Я сейчас стою, ну, рядом с работой. Ну, я сейчас как раз иду домой обедать. А, да, она как раз у меня сейчас в руках. Но я прям сейчас с тобой разговариваю и снимаю. Окей. Хорошо. Давай. Ага. Ага, окей. Еще раз, на парковке где? Ага. Ну, понятно. Хорошо, все, договорились. Угу. Все, давай, пока. Угадайте, кто звонил? А звонил Денис. Да-да-да. Вот. В общем, у нас просто сегодня, как это сказать, первый тест-драйв, наверное, будет, потому что я получила в подарок машину Волгу 98-го года выпуска, и мы сегодня пойдем смотреть, что это такое. Вот. Так что, see you.